утро, Новосибирск. Просим прощения, то, что вчера мы не продолжили съемки по городу. Ой. Мы очень сильно устали, и у нас закончились и нервы, и силы, и все, что остальное может быть закончено. У нас не то, что силы закончились. Мы вчера Аки с родной лошади искали сапоги, ребята. Сколько магазинов вчера прошло? Это я хотела сказать. Я ушла. Не ушла. Давай показывай теперь. Мы, понимаете, мы сходили, как умные утки, как Татьяна мне скажет, искали, хотели найти в Карри и еще в каких-то умных магазинах. Мы были в Рандеву, мы были в сетевых магазинах типа Зара и Манго. Сапоги, да, чтобы говно бесить. В местных магазинчиках были. В итоге стоим, ждем такси в очередной магазин. Центральный рынок. У кого? У тебя голова повернулась? По-моему, да, у тебя. Mm-hmm. Дик говорит, охотник рыбалов. Я говорю, да ну нахрен, они уже закрыты. Mm-hmm. Пошли попробуем. Отменяем такси, бежим. И в итоге мы прибежали и нашли то, что нам надо. Здесь не ноутбук. Да я переверну тихонечко. Жик. Здесь не ноутбук, не очередная Димина техника. Здесь сапоги Димина для посадки тайги. Я не знаю, как мы повезем это обратно, потому что у меня чемодан такого размера, блин. Ну, без коробки мы точно, наверное. Ну, конечно, мы и коробку сейчас выйдем. А в сапоги мы засунем папины штаны. Кстати, а в сапоги реально можно напихать все, что не попало. Да. В общем, мы купили две пары сапог для завтрашней посадки. Это 10. А это мои. Вот я, кстати, в этих штанах даже буду. Сейчас померю заодно. Ой, смотри, как красиво. Но единственное, что меня смущает в этих сапогах, то, что она не из классической резины. Она из какой-то полупенки, что ли, вот такой вот у нее. Вспомни Аленины кроксы, в которых она в Крыму гоняла, вот эти перфорированные. Да. Вот это примерно такой же. Ну да, пенка. Да. А пенка, она очень плохо держит острые предметы. Дим, вот смотри, тайга, вспаханное поле. То есть под посадку же пашут все это. Но даже острая ветка, торчащая из земли, может проколоть сапог. Ребят, я не знаю, как с этим человеком жить. Ну, я вот шкую, братан. Вот смотри, подошва. Вот это подошва. И вот это подошва. И вот это подошва. А ты подошва? Сапог, блин. Голубой. Красивый очень. В общем, сапоги мы нашли. Ну, с розовым акцентом. Ну, я же девочка. Я же девочка, не накрашенная девочка. А еще у нас диссонанс в голове. Вот режьте меня. У меня не получается никак в голове. В общем, посмотрите, время 12 часов ночи по Новосибирску. Во-первых, звонит телефон офисный из Икеи. Я в панике. Что случилось? Беру. Наташа, что случилось? Я говорю, ты что еще на работе? Она. Время 8, мы заканчиваем. И я смотрю на часы, на телефон. Рядом Света сидит, ржет надо мной. Я говорю, блин, ребенок звонит. А время 12:30 ночи. Я вообще, мы с Димой вот такие вот. Дим, что-то дома случилось. Мам, пап, вы все, да, мы спать ложимся. Не, ну, а я с улицы иду домой. Говорю, с какой улицы? Время-то уже 23 часа. Да нет, у нас всего же 7. Говорю, правда что? В общем, у нас диссонанс. И сегодня я пыталась за завтрак расплатиться вот картой гостя. Официант на меня посмотрел. У вас, говорит, наверное, большая разница во времени. Я говорю, да, 4 часа. Он говорит, ну это нормально. Привычно. В общем, к чему вся эта лирика? Мы сейчас приводим себя в порядок, за позавтраками уже сходили, выпиваю, кстати, Дим, вот что хочешь, мне надо сейчас уже выпить витаминку, потому что у меня по времени, я его пью утром 6. Это мой детокс про. А доказывает одно, что Татьяна может родить в любом состоянии, даже часовой пояс не помеха ей. Я хотела про пользу рассказать. Вот. А в 2 часа у нас уже большой сбор, потихоньку народ собирается со всех весей, 72 человека. Сегодня у нас тренинг обучающий. Ну, сегодня особо ничего интересного для вас нету. Мы, наверное, вас сегодня вечером пойдем выгуляем на набережную. Нам сказали, кстати, что у вас здесь красивая набережная. Да, поэтому, кто не из Новосибирска, готовьте печенюку. Скоро, минут через 5 для вас, наверное, да? А для нас через к вечеру. Да, будем гулять с вами. По набережной. Может быть, еще какие-нибудь кусочки врежем, если что-то интересное будет. Ну да, да.
Именно вот для ребят. Ну, в принципе, все. Помним, что это влог, не форчим, это наш образ жизни. Самое интересное впереди, ребята. Все только начинается. Мы только как бы приехали второй день, а самый-самый движ начинается завтрашнего дня. Я боюсь, что я буду ехать. Поедем. Там звери. Да ну нафиг. Слушай, а ты когда влог выпустишь? Вот эти? Приедем, наверное. А, ну ладно. Я вопрос хотела задать, может быть, на местный ответить. Проще сюжет создать и вопрос задать, чтобы местный ответить. Да. Короче, я убираю нашу красоту. Кто не успел еще рассмотреть номер, вот она. К сожалению. Ребят, гостиница, пушка просто. Мы уже убрались. У нас появляется со временем совесть. Да. И нам становится стыдно показывать неубранный номер. Мы начинаем прибираться. Но единственное, что я гладильную доску еще не успел убрать, потому что она не сейчас гладит. Хочу вот единственное также отметить, да, чуть подороже, чем в Москве Бета, да, соглашусь. Чуть но подороже. Но дешевле, чем в нижнем все номера, которые мы снимали. Преимущество, более большой номер. Кровать вообще. Мы с Татьяной друг друга вчера всю ночь искали. Не нашли. Не нашли. Кровать 1.80 м. Мы привыкли на 1.40 м спать втроем. Мала еще к нам приходит. Да, а тут 1.80 м. Мы вчера ночью сегодня друг друга искали. Да не искали, я хотела мужа почесать, а муж не дал. Да, да. И очень вкусный завтрак. Прям. Да, кстати. Еда вполне. Очень вкусная. Да, шведский стол 750 рублей с человека. А в Нижнем примерно такие же ценники, в Москве еще дороже. Ну, учитывайте, да, я говорю с точки зрения того, что куда мы ездим, но вот каждый из нас, обычно мы, ну, как бы вот, ну, поели, да, по принципу в пузо набили, а здесь ты кушаешь то, что ты любишь. Ну, в Бета последнее время тебе дают только на выбор одно блюдо. Ты говоришь, что надо, и все, да. И уходишь. Там талончик, по-моему, давал, да? Да, да. А тут прям как в былые времена, все по фен-шую. В общем, Дима себе нашел кучу мяса, я себе нашла рыбу и овощи. Каждый. Да. Ну, мы на завтрак сводим. Все. Да не, на обед можем показать. Все. Дим, ты собираться-то будешь? Куда собираться? Я хочу, кстати, аккумулятор купить, ДНС. Рядом магазин. Ну, сейчас я выбираю, какой тип аккумуляторов мне взять. В общем, мы сейчас, знаете, еще с ним рядимся. А он порвал сумку, с которой приехал. И он хочет в мой рюкзак, с которым я обычно везде езжу, напинать завтра все манатки для посадки. Я сопротивляюсь. Я вот сейчас попытаюсь отпинать мужа в магазин, а я пойду мыть голову, и надо кое-какие документы по ИКЕ еще доделать, потому что вот этот диссонанс временной, блин, ну, для меня вообще каким-то трешаком является. Поэтому кто... Матерь божья! Это наша Таня просит! Пип! Смотри. Это что? Так, друзья, вы сейчас видите то, что я... Вот эта дверь вчера была закрыта. Охренеть. Ну, во-первых, я вас поздравляю, вы попали сразу на YouTube-канал про IKEA. Во-вторых, во влог. Так, стоп, дайте я сориентируюсь в пространстве. Вот это было вчера закрыто. Девчонки открыли это дело изнутри. В общем, чтобы вы понимали, это топ-лидер Сайберин Валлас Анна Быкова, это ее партнер Евгения Гусюкова. Девчонки приехали. А вы что приперлись? Тоже снегу сажать? Конечно. Вообще производство смотрите. Ну, мы все на самом деле приперлись сюда на производство и тайгу сажать. Блин. Моя семья. Восемь девок, один я. Девчонки, ну я уж сразу, у меня рефлекс. Воспользуюсь моментом. Да, Дим? Да, мини-интервью возьму. Давай. С какими эмоциями в Сибири оказались? Первый раз вообще, вот, ну, Новосибирск, Сибирь. Я была. У меня свекровь здесь живет. В самом Новосибирске? Ну, в Новосибирске я была, но в Горном Алтае. Угу. Поэтому я тут была, поэтому... У меня главная эмоция то, что я увижу производство. У меня главная эмоция то, что я увижу, как это происходит. Я тем более же инженер-химик-технолог. Еще один задрот, как я. Ну, я вообще разработчик этого всего. Вот, поэтому мне очень хочется посмотреть. Вот, то есть вот пощупать. Ну, пощупать вряд ли получится. Стерильно. Да, но
посмотреть, как это происходит. Мне есть чем сравнивать. И я уверена, что я буду впечатлена. Я, знаешь, ощущаю, как это будет выглядеть. На самом деле химиков, например, не так много, да? Мы объединяемся в... Так, смотри, а ты знаешь, а вот в этом танкере вот так, а вот в этом вот так. Другие смотрят и думают, ёшкин, как тяжело жить людям. Женя, у тебя какие эмоции? Эмоции, я в предвкушении. Потому что хочется, конечно, мы поедем, да, сажать деревья. То есть для меня вообще участие в такой экологической акции это впервые, и благодаря Siberian Wellness. То есть, ну, как бы, я прям рада тому, что компания нас к этому, ко всему, как бы, приобщает, да, и что вот благодаря компании вообще я могу там вот в такой акции принять вклад участие. Такой внести. Да, да, то есть так бы я, может быть, об этом никогда бы не задумалась, может быть, никогда не решилась бы, да. А так вот я сейчас именно благодаря компании впервые побываю, сделаю. И вполне вероятно, что мне потом захочется это делать еще, да. Плюс ко всему посмотреть всю эту природу заодно. Вот, круто, конечно. А когда летели, какие эмоции были? Потому что я вот первый раз дальше Екатеринбурга забралась. То есть вот деревья, озера. Не знаю, меня трясло, пока в самолете ехали. Вот как такой этот, собачонка в окно смотрела. Я не смотрела, я иллюминатор не смотрела, я, честно говоря, спала, потому что у меня двойной перелет из Волгограда в Москву, из Москвы в Новосибирск, я, честно говоря, уставшая. А мы еще после Кубы еще не отошли. Да. А вы когда вернулись-то? Да вот, недели не прошло. 7-го мы вернулись, то есть мы уже налетались, у нас был перелет на Кубу, мы еще не отошли. Не отошли у нас. И тут как... Короче, вы не разбирая чемоданов, сменив только это, шляпу на сапоги резиновые. Примерно. Сапоги покажете? Мы свои показывали. Ну, там, в чемодан. Ладно, мы вас завтра... Нет, мы вас завтра в сапогах. Ну, у нас дефиле, мы сразу предупреждаем. Розовые, что ли? Да. Чё, не одна меня? Нет, я так еще так смотрю на твою кофту. Блин, кого не розовые, сапоги приперла. У меня синие. У меня вообще леопардовые. У нас сейчас сторис вообще был. Я стесняюсь спросить, вы в тайгу приехали, аль как? В тайгу, ну, все там. Хоть не на каблуках? Нет. И то слава. Ну, небольшой. Ну, когда тебе завтра свежая пахота такой хорошая в замок набьется. А мне девочка из Новосибирска, уже партнер мой здесь сейчас пишет. Жень, зачем резиновые сапоги? У нас давно тут дождей уже не было. И удивляются, зачем нам резиновые сапоги? Я вам не буду рассказывать, как мы искали вчера эти резиновые сапоги. Мы это записали вам в логи, потом посмотрите. Да, мы поленились, мы из Саранска не повезли. Так, слушайте, ну, блин, ночью страшно с вами спать. Припрутся среди ночи. Таня, у меня идея, давай обсудим. А вы там давайте потише. Мы деликатные товарищи, что вы в гостинице. Так, все, я убегаю от девочек, я пошла краситься и голову мыть. Ну все, благодарю за то, что чуть-чуть уделили внимание. Напугали слегка. По-моему, и смешно очень. И смех, и грех, как говорится. Друзья, привет еще раз. Вы с нами попали на обед. Собираются партнеры, все, кто приехал на производство. А тут прилежит, на такой таблице грибы прилежит. Грибы. Дима со Светой. Сейчас мы шустренько кушаем, и в 4 часа у нас будет тренинг по новинкам и продажам. Дмитрий Юрьевич, да. Вам приятного аппетита. Спасибо. Что там у тебя вкусного? Еда. Еда? Еще принесут? Халява. Ты все съешь? Я надеюсь. Надеюсь. Халява. Ням-ням. Ням-ням.
сейчас мы приехали на набережную погулять. Здесь, конечно, еще небольшие реконструкции есть. Что ты хочешь показать? Я буду показывать. Ты пальцем тыкай. Ты показывай тогда. Ты показывай. Там вот есть вот розовый йога. Сейчас перевернем. У нас, кстати, так никто на улице не занимается, да? Не, сейчас покажем. На самом деле классно. Я бы вот тут, наверное, что-то меня еще останавливает. Вот. Ой, извините, у вас не тот формат. Перевели. Сейчас включим запись заново. Продолжаем диалог. Теперь она у нас вот. Расскажи про тренажер, который заказал. Сейчас. Папа на себя обиделся. Папа на свой Дима. Внешний папа вид. Да, на свой внешний вид я очень сильно обиделся. Каждый раз, смотря в течение 2 лет на свое грустное тело, бля, одним словом, я обиделся, заказал себе грибной тренажер водный. Как вот, грибной тренажер водный. Там вода идет как качество сопротивления. Будем пузом худеть. Обзор по нему можно снять. Да, почему я тренажер заказал, а не тренажерный зал? Я очень ленивый. А на тренажере я по себе очень знаю, я раньше в молодости, в сопливые года, 15-18 лет ходил в тренажерку. Для меня это было мучение. После я все-таки купил себе дома в молодости гантели, штангу и занимался впоследствии этим дома. То есть дома ты более эффективный? Да, да. Понимаешь, у меня вот единственный момент, да, все хорошо, там все культурно, все чисто, душевая. Вот позанимался, душ принял, все, переоделся. Как лень домой идти. Ну тебе же там не надо идти, тебя машина отвезет. Ну тем более, там выходить, это знаешь, уже, когда уже уставший. А я тут позанимался часочек, да, дома. В душ сходил, и бегать никуда не надо. Вот по этому поводу я себе решил купить тренажер грибной. Так как этот именно вид тренажера, он максимально работает, как бы максимально тренирует мышцы. Все группы мышц. Не все, но максимальное количество с одним тренажером. Ну то, что тебе надо, чтобы пусто ушло. Да. Ну пусто не знаю. Ну а что тебе надо? Пусто оно как просто жирами сожгется, там пресс на нем особо сильно не тренируется. Ну, по крайней мере, ты немножко начнешь убавлять весе. Да. Но еще бы, конечно, Дима, скорректировать питание. Нет. Оставьте хотя бы единственную радость на свете. Я же бросил курить. Пить практически не пью. Так, чайными ложками в обед. Пьет витаминки. Да. Ну, жизнь это скучная и неприятная. Фу. Оставьте ее хотя бы Жанке. У тебя еда это вот такой фетиш. Чуть-чуть. Ну, значит, надо какое чуть-чуть удовольствие искать просто в чем-то другом, а не в еде. Еда не должна быть удовольствием. Если я бы... Вот, за кем-то он эту... За Светой, Если бы я бы не был поваром, и я бы не знал, сколько можно вкусных жамок приготовить, наверное, я бы равнодушен был к еде. А так как я испробовал много интересного... А я ни одного стройного повара не знаю. Есть, у которых глисты в жопе растут. И злые. А, кстати, хороший повар, толстый повар. Почему? Потому что он все пробует, да? То есть он не пробует, он худой, бойтесь его. Не, ну это стрянет как стереотип или поговорка такая есть. Кстати, покажи, переверни. Мы же идем два железнодорожные моста, а с другой стороны. Река-то ведь вот, по-моему. Да. А три деревья были. Где деревья были? Вон. Это не деревья, это кустарник. Ну прям такое там. В общем, мы набережная. Пошли, мы пошли гулять. Так, вот местные жители, скажите, пожалуйста, вот одна секция вот этого железнодорожного моста, что это, памятник или запасная часть? Или что-то строят. Мне или кажется, строят. Или будут строить. Вот смотри, вон, видишь, крыло, вот оно логично сюда вписывается. Вот там вот идет стройка. Ну, я не знаю, там. Ждем комментариев. Водичка. Вот чего в Саранске не хватает, так это водички. До ближайшей реки. Сколько у нас до Мокши? 100, да? Красиво.
Дмитрий Юрьевич, как вам Новосиб? Говорят, пробку много, машин много, дороги, не алё-ля. А в целом город миллионник. Или миллионник? Миллионник, по-моему, Новосиб. Город как город. Отрицательных эмоций нет? Пока нет. Завтра еще пойдем свежую по. Нет, мы завтра, кстати, не кедры сажаем, мы сажаем ели. Ёльки. Ели ёльки. И еще что-то. И сосны. Сосны, ёльки. А почему мы сажаем завтра не кедры, потому а сосны, что ели? Кедры не прирастутся. Ну, там как бы там почва есть, не та. Ну да, может, и почва не та. И других нюансов полно. Но я как поняла эколога, которая сегодня выступала, что именно почва тоже влияет. То есть почва, ага, ну, все, в общем, расположение. И потом три года за ним ухаживать будут персонально. Да, каждый год. Поливать. А еще 25 гектар. Это 100 тысяч деревьев. А компания уже посадила 125 тысяч. А за сколько сажаем? Не знаю, скажет. И не только в Новосибирске сажается. А что это такое? О, это поездочек. И сажаем не только в Новосибирске. 11 городов в 10 странах. Флешмоб. Готов посадить? Я? Да, я ни разу ничего. Я деревья не сажала. Ни разу? А-а. Даже сорняки? Я полола. А картошечку? Да? А картошечку? Сажала. Молодец. Завтра поступим так. Я снимаю, ты сажаешь. А интервью кто дает завтра? Я не знаю, там, где мы успеем это все сделать. Ну, сказали, что мы завтра интервью даем компании. Будем стараться. И послезавтра тоже. Будем стараться. Одно и то же говорить. Записишь? Да и так все, что наизусть нас выучили, нашу историю. И за что там говорить? Не знаю, сказали, скажут. Сюрприз. Что, пойдем дальше гулять? Да. Отключаю? Шли мы так по набережной. Никого не трогали. И тут раз резкий порыв ветра, и мы очутились в амбаре, в ресторане «Амбар». Да. Вот это Новосибирск, вот чего ожидать от него, да? Никто не знал. Вот так, сейчас перевернем. Сейчас покажу антураж. Вот опять наш наставник. И смотрим, смотрим. А это опять я. Вот такой вот. Там нет на Яндексе приложения и задать вопрос. Тут мы уже были. Нам понравилось. Рекомендуем всем, кто приедет в этот город. Он значит из Марокко. Ну вот и закончился второй день пребывания в Новосибирске. К сожалению, мы не смогли показать все то, что мы сегодня увидели. Потому что как бы для нас это тематический день был, для вас, наверное, не очень, да? Ну, мы как бы все равно не поняли то, что сегодня происходило. Да, надо быть в теме, чтобы это понимать. Это все-таки профессиональное обучение, профессиональные моменты. Поэтому все, что было интересно, Дима в предыдущие отрезки вставил. Кстати, Дима, ты везде говоришь про в обзорах по Икее, в обзорах по поводу картины деревяшки. Ну вот, лишние доказательства. Не, я сейчас вандалить не буду, тут камера и стоит. А я вот посмотрел вот здесь. Ну, о, смотрите, даже вот шовчик вот видно, вот сейчас вот шовчик видно, значит, деревянная окантовочка. Они плохо натянули. Если хорошо натянули. Да, надо по Димкиному рецепту натягивать было. Итак, сегодня день подходит к концу, завтра мы вас будем только удивлять и показывать самые интересные и красивые места. Новосибирская область, край, кто это? Новосибирская область, наверное. Ну, пусть будет так. Может, край, Краснодарский край. Да, мы будем выходить в тайгу, сажать природу. Интервью завтра будем кого-то брать? И возьмем пару слов у вьетнамцев. Надеюсь, если они разрешат, да, если разрешат, мы их включим в влог. Небольшое, как бы, интервью мы покажем во влоге. Но это 50 на 50, если они согласятся. Ну,
Вот. Ну, теперь я вам сказал небольшой спойлер на завтра. То, что произойдет. Ну, все. Всем спокойной ночи.